Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, канал Лёша Играет. Подпишитесь и нажмите на колокольчик, если вы еще нет. Это продолжение моей партии за зулусов в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm на карте Расщепленный Фрактал. Если вы случайно наткнулись на это видео и не смотрите прохождение с самого начала, то лучше перейдите к первой серии, ссылка на нее появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. А также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Для всех остальных приятного продолжения просмотра. Мало мне промку сломали, да, вот это вот. Не кидайте в меня ядерку, мне промку. О, сколько у него тут ветряков стоит на энергию. Кого? Хорош, хорош. У канадцев. А. Так. Что мне ставить? Производство стоит. Учетные банки надо. Культура и наука мне уже нахрен не нужна, честно говоря. Но может мне шпионов поставить и попробовать послать к канату. Меня судил. Я не возьму. Ну и на плюс. Ваши рок-группы могут выбирать любой тип повышения. Получается только если. Блин, 17 послов. Хрэ кумайся перекупать, Челиньо, ты какой-то этот, перекупатель. Я послов много. Фу, таким быть. Я уже столько открыл культурных цивиков. Мало того, что куришь, так еще и перекупатель. Тебя никто любить так не будет. Можешь купить космопорт. Купи, конечно. Без смысла вообще. Двести сорок один уже. Да нет, и без шансов у тебя. Уже все. Вот у тебя тогда была возможность. Тебе чуть не хватило. Нет, тут надо с культурной победой что-то делать в этой игре, честно говоря. Как и с дипломатической. Потому что это что-то как-то дебильно. Ну да, ты как бы... У меня, ну, для культурной победы нужна только вера, получается, как бы. В основном. Да, именно. То есть, получается, культурная просто... победа, тебе нужна вера. Что это за... Ну. Да, вот я сейчас вот тупо читаю проекты во всех городах, и все. Я уже вот, ну, ходов, наверное, 70, просто читаю проекты во всех городах на веру. Понатыкал там, ну, подождал, когда города дорастут там до 17, чтобы был лишний район. Понатыкал священных, тупо священных читаю проекты. На рокеры. Ну это да. И причем вот этот один юнит тупой, как бы рокеры, могли бы это как-то разнообразить, что-то придумать. О, где ты играешь? Вот где ты играешь, расскажи, у индуса? Признайся, у индуса играешь, нет? У индуса. Блин. Почему он не использует этот... Там лошади и железо, и место на 5 градусов. Да что-то дебильное с этими...
туннелями. Он решит вдруг внезапно со мной воевать. Чтобы было что кинуть и в него тоже. Так, у меня два хода, а последнюю деталь я этим вот ученым, инженером, точнее, Королёвым, Сергей Королёв. Очень дорогуб-то мне предупреждение выносит, фу. Если чё, космопорт у него в городе Виктория. Где он проект делает. Вот сдал союзника Черлина. Но он же тоже надеется еще культуркой победить. Так самое интересное. Ко мне только давай, ты ко мне не будешь своими рокерами плыть, ладно? Считай, что я играю, и карточка стоит. Рим, если что, я обещаю в тебя ядерку не бросать. Ну, я просто, я не могу никак в канадца бросить, вообще никак. К сожалению. Ну, хотя если... Почему? А, блин, стоп. Так, давай я, во-первых, его обвиню для начала. Подождите, а он с кем в союзе? Со мной. С тобой. Челиньос. Так. С Маори. Я понял. Так, Челиньо, значит, смотри. Я думаю, ты не обидишься, да? Нет. Теперь мне нужны деньги на атомную подводную лодку. Рим. Только там уже сейчас не будет смысла, как бы. Он уже сейчас запустит вот этот. Нет, ты взломаешь космопорт, то что ли? Как это нету смысла? Ядерку всегда есть смысл. Потому что там уже все будет копить очки улета вот этого. Даже если копятся очки улета на космопорт, из которого запущен сломан, все, ГГМ, можно выходить. Даже его отремонтируешь, уже не пойдут очки, опять. Так, Рим, дашь... А, подожди, вообще у вас у обоих там... Вы можете мне... Так, это атомная подводная лодка... Вы можете мне по 1000 бросить оба? Она стоит 1360, но я несколько куплю. У меня 6 термоядерок, так, на всякий случай. Вот рокер, который прокачан, короче, на чудеса, умер, короче, и создал... А рокер, который прокачан на гавани, типа, в гаванях создал 500 туризма и нормально сыграл на этой. Ну, получил уровень, как бы... Я понимаю, ты я вот, я слышу по твоему голосу, что ты чем-то возмущен, не могу понять только чем. Я? Yeah? Да. Рок-группа имеете, придохнут, как мухи. Они не дохнут, они расформировываются из-за... Это просто только веры. За игру потрачено просто. Так, Челиньо, а ты мне дашь 1000 еще? А, мы с тобой... А, блин, да, это я что-то затупил. Сори. Дай, пожалуйста, тогда 1000 Рима, он мне передаст. Я что-то... Объявил войну. Сейчас еще дам. Сейчас еще дам косарь, ладно. На благие инвестиции, все равно мне голда не нужна в этой игре. Просто вся голда ушла на священки, на покупку всякого такого говна.
Не, знаете, 3000 голды, и я Риму дал 3000 голды, короче. Теперь смотрите, короче, как мы вот эти подводные лодки сейчас будем использовать, скорее всего, против Рима, потому что следующим ходом я заканчиваю последнюю ступень научной победы, и они захотят на... Даже нет, я даже, наверное, куплю... Да, в испанце тоже красивый. Слышишь, Харе Кумаси... А, Мехико. Харе Мехико перекупать. На тебе. Да чё такое, блин, вообще ни одну ГГшку не мог союзить в игре в этой. Рим просто Женеву нагло взял, снес и всё, зачем-то. Кто? Мне так было наукнуть лучше всех в этой игре. Сидел с ГГшкой. А я чё, я ничего. Ты сидел с ГГшкой, а у тебя между ними, между прочим, ещё место, блин, есть, куда города было поставить. Она единственную нефть, которая у меня есть на территории, забрала. Так, слушай, там дипломатической победы никто не побеждает. Да, если у меня танки стоят. Какие танки? Одна нефть, это одна танковая армия, всё. Смотри, в кумах стоит корпус танков современных. Подожди, Люкс, ты же ушел. Я ушел, да, я просто смотрю. Я ушел. В Фортолезе корпус и еще и армия танков. Ну а как у тебя с одного источника нефти все это полнится? Ты сейчас назвал на 2, 2, 3, на 7 нефти. Накапливается 5 заход, расходуется 5 заход. То есть у тебя карточка и вид? Ну, карточка, конечно, да. И Виктор. Виктор, да. Мне кажется, надо было в этой игре улетать просто и все. Когда вот промка была. Тебе, да. Тебе, да. Тебя вообще никто не... Я вообще фигею за Шумера не победить наукой. То есть за Шумера пойти в культуру, ну, это интересное него, решение. У него цимис, понимаешь, он прям хочет культуры победить. У меня тоже такая же тема была. Учелинию? Только я потом, да, я просто... Да блин, ну это, слушайте, ну это ж такая муторная хрень, ну... Но это интереснее, чем тупой улет, понимаешь? Да, потому что улет постоянно играет. Улет хотя бы просто... Это... Нет, понимаете, улет он просто хотя бы вменяем. У тебя вот ты... Вот это понятная штука такая, ты это делаешь, да, делаешь, делаешь и улетаешь. Науки, а культура этим туризмом, ты просто, ты не понимаешь, в каком месте ты побеждаешь, не побеждаешь, такой, то есть ты вообще, типа, сидишь такой, ну, наверное, я сейчас могу победить, и все, и тебе вообще непонятно ни в каком месте это. Ну это же тупо. Я именно про это, не про то, что какая победа лучше, а просто победа культуры, ты просто не видишь, ну, получается у тебя или не получается? Сколько сейчас туризма у Челиния? Где тут культурная победа? 771 туризма вход. 771. У человека по культуре максимум 439. Почему у него больше туризма, чем у кого-то культуры? Он сегодня может победить туризмом. Ну это же тупо. Это тупо. Именно поэтому я вот не хочу, например, в культуру играть, потому что, ну, через туризм и победу, потому что ты просто не видишь, получается, да, у тебя, да, или нет. Согласен, да. Мне тоже это вот не нравится, вот я сейчас поиграл, вот просто сидишь, читаешь всю игру проекты в городах на веру. Вам в науку кажется тупо, потому что, типа, все побеждают наукой в какой-то, да, момент. Да, 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 просто потому что это очень наглядно. Ты побеждаешь наукой в тот момент, когда ты смог это сделать. Тебя либо останавливают, как сейчас мы бразильцы останавливали, либо ты улетаешь. Культурой? Ну вот как мы останавливаем? Мы никак не останавливаем, мы просто запустили колонию на Марсе. Получили культуру. Мы Челине вообще ничего не делали, и он проиграл все равно. Хотя человек всю игру шел на победу туризмом. И, то есть это нормально. Это полная фигня. Ты целую игру пытаешься победить какой-то, каким-то типом победы, и тебе просто вот... Тебе не хватило пары ходов, потому что кто-то улетел в космос. Вот это вот. Да, вот это вот. А победа наукой, она просто самая понятная, вот и все. Или победа, кстати, религии тоже. Даже победа религии приятнее, чем победа культурой. Просто потому что ты видишь, ты обратил города или не обратил. Не, да, смог обратить. Это больше религиозная победа. Ты как бы тут просто молишься на рокеров, как бы ты. Вот именно. Все города, короче. Вот именно, это такая же тупая религиозная победа, только при этом тебе еще не показывает игра твой прогресс, и ты тратишь, да, веру на рокеров, и ты
и та же самая фигня в конце. И ты еще не понимаешь, побеждаешь ты или нет. У тебя было написано 3 хода до победы. Ты победил? Ни хрена ты не победил через 3 хода. Да. Это типа 3 хода пишет, как бы, если ты каждый ход будешь зарабатывать столько же, как бы. Ну, а там ты как же концерт как бы разово играешь, и поэтому как бы она считается, что... Я откладываю, как бы, чтобы люди не видели, что я запустил последнюю. Разово калькулируется, как будто ты каждый ход только же получаешь. Вот и все. А вот в итоге, вот, ну как бы я во всех городах со 150 промки читаю молитвы в священном месте. Всю игру просто. Ну, ты гигиен, вот ты читаешь. Не, почему? У меня 300 веры в ход, как бы. Ну, это за счет проекта. Это за счет проекта? Не, 300 веры у меня просто городов. А 400 от переизбытка очков великих людей. Веры там больше 400 в ход ты не сделаешь саму без проектов. А играть в священки типа с самого начала, ну, когда они на ноль, как бы, это нету смысла. Ну, на ноль нет смысла. Я появился в лугах, и у меня была только одна клетка 2-2 в начале. Да я вижу просто. Остальное было такое говнище просто. Караги. Караген мне 3000 прям сбросил. А, это ему этот передал, видимо. Так, это компьютер, мы с ним не общаемся. И это компьютер. Ты ему этот передал. Сразу, что индусы не спят. Может, надо было индусов спросить. Прям на колясках. Не, а как я его на колясках несу, лол? Ну, а что, ты тогда поздно встретились, уже что-то? Ну, у нас как бы проход в тундре, как бы там. У вас проход там две клетки. Ну, да. Коляска пробивается даже через одну клетку. Нет, ты посмотри на мою столицу, и где этот город, который там? Ну, слушайте, ну, Лёш, сколько тебе там лететь? Я думаю, хода 4. Ну, а что нам? Может, тогда этот, заканчиваем? Не будешь на меня нападать? Ну, я могу, конечно, но а смысл от этого? Ну, мы, блин, долго слишком будем здесь сидеть. У меня термоядерок подготовлено для тебя. Так нет, у меня тоже 4 термоядерки, да, то есть мне там еще что-то строится, но у меня... Так ты не можешь мои города захватить, ты кинешь, но ты захватить не можешь. Ну, да, я не смогу их захватить. Ну, так а ты видишь, как вокруг Кабула у меня сколько там этих зрака стоят? Вокруг Кабула? Что, ну, у меня там Кабул? Ну, у меня там строится космопорт. А так а что мне Кабул? У меня уже все построено. Мне, видишь, только долететь осталось. А, нет, ну я имею в виду, что если бы в меня кидал бы ты эти термоядерки, то у меня вокруг Кабула все это, все из РК эти стоят, чтобы он остался жить. Канадец, ты как? Да что стоите 4 хода, вы же уже все летите, что вам делать? Ну, я только через 3 хода экспедицию эту запущу межпланетную. Ну, мне, конечно, сломали этот космопорт неудачно. Канадец тоже. Не согласен, видишь? Ну, давай, пару тут осталось. Давайте покликаем. Ну, я Shift-Enter просто. А почему канадец никак не улетит? У меня просто на последнюю деталь был этот инженер Сергей Королёв. Он создал последнюю деталь ракеты, и она отправилась в космос. А, и получается, голду вы потратили на этот? На инженера, что ли? Нет, у меня ваша голда вон 4000. Я просто, на самом деле, взял голду на тот случай, если вы решите на меня напасть. Под видом того, что вы нападете. Что я нападу на Канаду. Я понял, больше никогда никому не буду давать деньги. Буду копить их. Не, ну у меня возле Канады там, этот, подлодка плавает. Я его судил, у меня подлодка там плавает. И
бомбер. Вот. У меня нет... А к тебе у меня там... Нет, я на самом деле могу на Канаду сбросить ядерку, но я не думаю... Ну, как бы, я все равно быстрее его... Как вам моя ППшка, кстати, кто в космос улетел? Посмотрите на них. А где она? В каком городе? Нет, производства мало. В каком городе? 146. Все, вижу. Как пишется, 100 производства. Не, ну у меня вот 146, и я... У меня тоже 100 производств. У меня 4 хода. Не дает союз больше. Ах ты, негодяй. Что случилось? Кто у меня там кромку схреначил? Ну это... Бразилец, конечно же. Не, я не понимаю тогда, как работает этот. Стоп, это ураган? Наверное, да. Серьезно? Это ураган не сломал космопорт? Да, это ураган сломал космопорт. Нет, а ты, ну как бы, там не только космопорт, он просто вот весь Кабул. Да, он прошелся сквозь Кабул, да. И еще и все войска наполовину ХП стали. Капец. Не, ну это просто дикость какая-то. Так, как Душумир, он никаких... Ну, нация такая, ну, беспонтовая. Ну, только вот коляски в начале, как бы, и вся. Ну, ну и, тебе с картой, ну, не совсем куратор, повезло. Как бы, они в начале игры тебе подбущивают, как бы, темп по науке. Как бы, ну, в начале игры. Я говорю, тебе с карты не... Ну, Шумеры для наземной карты хорошо. Не, ну, у Кадырки один световой ход, у Лёши 5 световых. Не, я тоже, я думал, типа, ну, как-то вот, начать играть, типа, ну, вот, как обычно, как-то там, ну, наука. Так я же уже ускоряю, я по одному ходу, каждый ход 5 космопортов. Изи. Я говорю, 4 хода, ну, уже 3 хода. Не, ну буря, конечно, красиво. Снесла все. Я бы хоть увидел, сколько мне нужно этот... Ну, сколько мне будет лететь. И Кагырка закончил. Но у него один световой ход, а у меня 5 световых. И 3 я уже преодолел. А следующим ходом будет еще 9 световых ход. А 8 будет преодолено. То есть 17 и еще, ну, по-моему, даже 2 хода. Причем даже 2 хода. Восстановление космопорта. Да, у меня 4 космопорта. Нет, когда мне его сломали, мне 7, я за 2 хода восстановил. Ну, буря мне на 3 хода снесла. 8, то есть 15 будет следующим ходом. И надо, чтобы 10 было. И 10 будет точно. Короче, 2 хода осталось, да. Я, ну, был прав. Ошибка. Двести тридцать один из 260. Ты был близок. Нет, там такая ситуация. Вот ты был близок, да, но как только все начинает увеличиваться, то можно считать все. Без шансов. Да не, вот это именно то, что Караген лунную экспедицию запустил. Вот что, да. Ну да. Тебе надо все побеждать культурой до того, как...
Ну понятно, да, там нужно космопорты резко, там, ну, там нужно прям идти в начале рашить этих рокеров, типа, и куча веры допинать, типа, как-то. И то, как бы, это, не знаю. Как ни крути, на такой карте нужно сначала строить гавань везде. Первым делом. Караген объявил войну Кагырке. Ну а что мне с этими термоядерками делать? Вон ты сейчас через ход улетишь. У него там раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь ЗРК. Да, вокруг космопорта. Кинул бы в меня, что ли? В меня? В меня. Ну, в тебя, блин, сейчас. Ты в Монреаль, что ли, ему запупырил? Ну, я не стал в космопорт кидать ему, да? Я могу. А в тебя на следующий ход только смогу пихнуть. Отлично, и я готов тебя бросать. Вообще на рандом, просто на рандом, на рандом. Да. Только за себя в конце красителя. И... А нужно выбрать цель, блин. Тоже только вот. И дипломатическая победа отправлю. Опа. Ниха. Два очка дипломатической победы канадец. Но он же не может, если что, победить дипломатически. Нет. Получится. О, ядерка прилетела. Ну, булавай страдал весь всю игру. Так, ну чё, куда кину? На Ереван и Анцы, наверное. Да там ничего нет. Ну, так куда нет, долетает? В Кабул. Чё там в Кабул-то? Ну, посмотреть из арка, там справится, нет. А, хорошо, сейчас. Собственно, вертолеты прилетели. Куда именно кидать? Прям на космопорт кидать? Как? Попробуй. А? Попробуй. Ну там нас собьют, скорее всего. Я надеюсь. Да, сбили. О, офигеть. Не, еще два хода. Еще два хода и улетаю. Рокер умер еще. С прокачкой, да. Национальный парк. В национальном парке сыграл. 6750 туризма создал и умер. Блин, ты же сюда вроде бросал уже. Нет, не уже. Интересно, а будет в конце это, сколько рокеров ты создал за игру, вот эту статистику? Не знаю. Так, слушай, ты вот сейчас бросил ядерку, ты мне тут вообще ничего не сделал. То есть тут уже было, не знаю, ну ладно. Она не дотягивалась просто, другая. Ну, как бы, это вот максимальный радиус, когда я мог дотянуться. А дальше у меня массе мешал. Смотри, прям, видишь, я прям в бурю заехал, Караген. Видишь, где твоя подводная лодка? Нет, где именно? Ну, вот буря в Южном океане. Да, моя подводная лодка там. О, надо в тебя кинуть. Каргина, можешь место Лёше мне дать посмотреть потом? Чего дать посмотреть? Что, я не запустил спутник, я не все вижу, типа, не всю его территорию. Я так только границы вижу. Ну, как, я только вижу вот на Бамбо, Ондиди, Мадрид, Сарагос. Да у меня обычное такое, я тебе могу сказать, место, то есть...
Я бы сказал, что у испанца, то есть я вот за счет того, что испанца захватил, у него получше место. Ну опять же, у испанца стратегически место такое какое-то, блин, какой-то вот ржавый какой-то. Он не мог просто расселяться, у него куча гор, у него куча гор, но и за счет них он как раз и не может нормально расселиться. Ну и горы, как бы, они тоже, это не очень хорошая вещь, горы. Ну, как бы, да, горы дают тебе кампус, да, но горы, они не дают, ну, никакой, ну, это как бы клетка пустая, она ничего не дает. И, как бы, когда в городе мало клеток, фигово. Потом, как бы, нужно обходить горы, чтобы поселенцы поставить, ты тоже все теряешь ходы. Так, ну что, следующим ходом побеждаю, да. Уже даже не строить особо. Чё, куда? А, вижу. Вандини. Эх, чуть-чуть не хватило. А что, бегат, сбил. Да, сбивает, смотри-ка. Не, ну это просто если я в соседнюю клетку бросаю, я ж просто не вижу, что у тебя там стоит. Поэтому так. Кстати, у индуса столица 25 жителей, прикиньте. Да, да, индус мог играть вообще тут. Да, он типа мог что-то делать. Вон, взял, что ушел. У меня там. Там у этих комплексов. Ладно, короче, я Shift Enter нажал, я следующим ходом улечу все равно. Хм, я не знаю. Ну, вот... Кагырка, я не совсем согласен. Ты был инженер на плюс 100%. То есть, даже если бы ты раньше построил, я все равно использую Королева, достраиваю последнюю деталь, и за счет... Посмотри, у тебя... Ты даже вот сейчас... У тебя даже нет ускорений. У тебя все еще один световой ход. 244 из 264. Не, тот инженер Кагырка тебе не дало взять на плюс 100%. Его взял Шумер. Вот давай просто проверим. Открываем великих людей, прежде наняты. И Шумер взял... Так. Сейчас я найду, где это. Вот которого я не успел купить. А, ход купил. Это ты? Это, по-моему, я Кагырке промку ломал всю игру. Просто я там что-то... Посадил туда шпиона, типа, и сидел, что-то промку ломал. Потом со второй шпион тырил деньги у Рима всю игру. Кто? Ну, и мой шпион. Один тырил деньги у Рима. Знаешь, я, типа, вообще шпионов не обращал внимания. Слушай, ну, мои шпионы тоже тырили нормально. Вот там вот Бразил возмущался, но у меня каждый там этот шпион по 400 монет у него вытаскивал. Мне бразилец, блин, так задолбал мои промышленные зоны ломать. Вообще трындец. Столько производства, считай, убрал. Как-то, блин, вот это вот явное лидерство, его надо либо как-то реализовывать, а когда ты просто как бы лидируешь и строишь домики, как бы, все, и тебя по-любому снесут. О, бразильский рокер приехал. Нет, он просто... О, я ачивку получил. Просто он как-то не реализовал свое преимущество. Кстати, а написано Челлини победить через 3 хода. У него прям вот хорошо так. 244. Там 20 очков не осталось. Там было 244 из 264. Да. 3 хода не хватило тебе. Не, вот это пишет, я так понял, что эти осталось 3 хода, это из-за разряда того, что если он будет каждые эти 3 хода получать столько же туризма. Да. А он не может это делать, потому что у него нету столько рок-группы. Если они, эти же рок-группы будут каждый ход точно так же делать, да, он победит за 3 хода. Но это нереально. Просто я не знаю, я брал прокачки там на чудеса. Нет, я считаю, что надо брать прокачки, которые дают просто плюс 1000 туризма.
неважно, он сдох, хрен с ним, но она дала 1000 туризма тебе. Просто. И вот так вот покупать... Ну, там так не работает. Там, например, в кампусе я сыграл, там что-то, и он сдох сразу. Там что-то. Так у тебя есть прокачки, 150, которые, да, дают 1000, там эти, да, да, серф-рокеры. Ну. В конце я даже карточку уже поставил, типа, на этот. Так вот, мне кажется, что вот надо... Вот тот рокер, те два рокера, которые вот более-менее мне давали вот весь этот туризм, они на чуде сыграли, и потом я их прокачал там на чудо природы еще, и там было у индуса чудо природы. Вот они там, мне максимально было 10 тысяч туризма. Бывает и 20 тысяч туризма. Посмотрите просто на веру мою. Ну да. Ну да. Мне кажется, тут религии скорее мог победить, чем культуры. У меня не было твоей религии. Моей? У меня просто, ну, не было своей. Мне как бы привез веру этот... Просто как бы я священные места построил, как бы, ну, чтобы вера просто была как очки веры. То есть не религия, а просто как очки веры. И ради очков веры, как бы, я строил священки потом там, и читал проект. Ну, мне кажется, бразилец все-таки. Бразильцу надо было, он лидировал по науке, надо было попробовать какого-нибудь соседа захватить такие. Ну а кого? Ну вот. Тебя, а видимо, все-таки. Нитки, там оборона, нет? Была у него вообще что-то? Нет. Да не, он на ядерках, у него легко было захватить. У него стояли, конечно, ЗРК, но термоядерки особо на них. Кидают, ты просто я видишь, где на они, и все. Быстрее выходить рокеров, не знаю. Или, ну, вообще, может быть, на какие-то районы забить. Хотя, ну, какие районы я мог забить? Ты не считаешь, что надо отыграть от нации все-таки? У тебя нация заточенная на победу наукой. Я понимаю, что ты хочешь культурой победить. Ну, а что у тебя, на культуру есть? Ну, зиккурата на культуру тоже дает, типа, как бы. Ой, там. Нет ничего, и на науку тоже ничего нет. Там такое. Ну да, может быть, надо было играть просто на науку пытаться. Мне кажется, надо стоит играть от цивилизации. Зиккураты дают две науки сразу. Нет, туризм они потом не дают. Дают туризм, да, они потом. Много еще туризма. Там я смотрел, там у меня почти все туристы были в Ападании, там 18 человек, ну и в Зиккуратах тоже были. Блин, индус столько получается, великих людей будет. Получил. Что? Индус штук 35 великих людей получил. Но он, кстати, хорошо по культуре шел тоже, индус, да, он тоже мог, да, там попробовать. Причем у него была вера, вот индус, кстати, у него даже больше было шансов, вот, ну, предрасположенность на культурную победу. У него и оракул построен был-то. И шел, ну... Как, конечно, если я бы прям ударился бы на ухо, я там обогнал бы его намного, но... Так-то мы шли с ним на уровень с игры. Ладно, спасибо за игру. Да, всем взаимно. Спокойной ночи вам. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!